Пустой. И опять пустой. Везучая. Что ты там возишься? Просто развлекаюсь, Атлас. Это не игрушки, заряди уже его. Не нужно мучить бедную девушку. Мы же не зверьё. Да ладно. Отпусти ее! Спокойно. Через минуту все твои проблемы закончатся. Элизабет, скажи им, что сможешь их вернуть. Букер? Букер, что? Скажи. Скажи, я не понимаю. Скажи, я могу вас вернуть в восторг. Что? Просто скажи. Я смогу вернуть вас в восторг! А ну, опусти пистолет. Итак, что ты говорила про восторг? Я смогу вернуть вас в восторг. Ну и как же ты это сделаешь, сестричка? Ты что, вроде волшебницы? Шученг. Что? Скажи ему, Шученг. Шученг! И откуда ты знаешь его? Ты его лаборантка? Я его лаборантка. Добавь свой план побега, то что мы застряли на расстоянии 5000 фотомов под его блестящим городом. Как же это Шученг нас сможет вернуть? Это между мной? Это между мной. И Ченгом. И Ченгом. Но если я это сделаю, девочка отправится со мной. Маленькие сестренки дороже золота. Этот вопрос не обговаривается. Последний раз, когда я там была, они делали маленьких сестричек пачками. Какая хорошая сказочка, сестричка. Ну, если ты врешь, мы все равно можем убить тебя и завтра. Здесь у нас ничего нету, кроме времени. На всякий случай, вдруг мне надо будет связаться с тобой. Если увидишь Шученга, передай, что... Атлас сказал, что он помнит его. Озвучено студией Artvoice при поддержке Эллы Продакшн.